Смотрите, если вот эта любопытная штука, если посмотреть в целом влияние вот предпринимательства на ВВП, то на самом деле оно негативное. Да ладно. Оно негативное, да, то есть как бы что касается, по крайней мере, там показателя дохода на душу населения, да, то оно будет негативным. То есть там не все так гладко, как все думают, да, что касается экономики стартапов. Ну и в принципе у нас модель, экономическая модель мира не приспособлена вот под реалии сегодняшнего дня. Вот пример, который я всегда привожу, мы называем это парадоксом роста. Представьте, что я Министерство экономического развития, да, и у меня есть государственное предприятие. Государственное предприятие занимается производством шампуня, да, то есть вот они делают шампунь. И мне лаборатория приносит две формулы шампуня. Да. Одна формула шампуня более водянистая, то есть она быстрее расходуется, больше объема продаж этого шампуня и так далее. Вторая формула лечит рак. Если посмотреть на эффект на ВВП, то вы удивитесь, но водянистый шампунь будет позитивно влиять на ВВП, лечение рака негативно. Вот, собственно, фундамент мира, который работает на сегодняшний день. Вопрос, в принципе, в том, что если смотреть на влияние на ВВП, вот как на основополагающий фактор, то мы упустим очень много возможностей, скажем так, вот в том мире, который есть сегодня.